хуй, пизда, джигурда. Паш, добрый вечер. Поздравляю тебя с рождением дочери. Спасибочки. В прошлом видео мы говорили про то, что мы будем рассказывать про тренировочные циклы, про тренировки. Расскажи, от чего зависит длительность тренировочного цикла? В моем исполнении это, как правило, 4-6 недель. 6 недель, если ты только входишь в тренировочный процесс, тебе нужно время дополнительное для того, чтобы, так сказать, разогнаться, и потом уже как раз-таки та основная работа, про которую мы говорили, 4 недели. Как правило, 6 недель. Это подходит еще для тех ребят, которые будут тренироваться без использования фармакологии. То есть это то время, которое им будет необходимо, потому что 4 недели это будет в данном случае очень ужато. Отличаются тренировочные циклы на фарше и без? Ну, опять же, то, что практикую непосредственно я, 6 недель ты прошел, да, прибавил, допустим, к своему повторному максимуму 5 килограммов и проходишь заново тот же самый цикл. А если мы говорим про фарш, там, конечно, ресурсов для восстановления больше, там сил для того, чтобы поднимать, будет больше. Ты проходишь эти 6 недель, если ты втягиваешься в работу, и потом, прибавляя по 10-15 килограммов в повторном максимуме, ты работаешь уже в циклах по 4 недели. Вот, то есть ты можешь пройти один цикл, да, прибавить, пройти его достойно, уверенно, прибавляешь еще там 10-15 килограммов, проходишь еще 4, допустим, недели, потом прибавляешь еще какой-то вес, проходишь и выходишь на свой там результат. Но опять же, там 10-15 килограммов, это я очень много, может быть, взял, там надо смотреть по силам. А как ты определяешь свой максимум на начало цикла? Ну, я как определяю? Я не перестаю тренироваться. А вот если человек после какого-то цикла, было у него восстановление, он там прошел, ну, по КТ и не чувствует, ну, не может пожать тот вес, который был на максимуме. Как определить? Смотри, Саш, давай я поначалу про свой пример расскажу, да, который был относительно недавно в рамках тех видео, которые ты записываешь. Это было 300 килограммов. Я сделал легкую тренировку, и следующая у меня была планка пожать 280. Я снизил на 20 килограммов повторный максимум, слез с фармы в этот промежуток времени. Вот, и пока фарма перестала фонить, да, на пятую неделю уже я практически там не чувствовал, что что-то у меня там есть. Оно есть, но я уже не чувствовал такого эффекта. Я как раз таки вышел на тяжелую тренировку, я ее поднял, и этим у нас закончилось прошлое видео, где я поставил рекорд без фармы. Да, можно зайти и посмотреть, по большому счету. А потом я рассчитал себе план на 290. Это в рамках того, что я уже начал фарш принимать. То есть у меня было 3 сотни, да, зафиксировано. Потом я слез с фармы, которая мне помогала все-таки поднимать, сделал 280 килограммов. И потом начал опять потихонечку залезать. 290, 300, потом будет, допустим, 310. Я должен выйти, буду на новый свой результат. Если человек давно не тренировался, да, и должен определить свой повторный максимум, то зачем тогда ему это видео смотреть? Зачем делать такие отдыхи? Ну, Саш, у него были какие-то причины? Ну, если причины были, тогда здесь следует взять, например, тот результат, который он реально сделает, и от него рассчитать. Можно, конечно, сделать такую, знаешь, некую проходку, в кавычках, там, пожать что-нибудь, не упираясь, и взять это за свой результат. Ну, это получится. И пройти от этого результата цикл. Ну да, как вводный будет. Оно все равно не будет хуже, потому что человек, поднимая, он будет нарабатывать базу постепенно. У него будут укрепляться связки, у него будут расти силовые показатели. Он пройдет этот план, пожмет в конце, через 6 недель, этот же вес. И потом рассчитает, допустим, плюс 5 килограммов, если он натурал и не использует фармакологию.
Но это получится на тяжелой тренировке, он может сделать, ну, проходку, да, получится? Не то, что проходку, да, он наработает объемы и выйдет, пожмет уже 95%. То есть у него будет какая мини, ну, это не мини-проходка, это будет тяжелая тренировка, которая будет давать ему информацию для того, чтобы полагать, что вот он может пожать этот вес. И заново потом проходит. Расскажи, что такое тяжелое, что такое среднее, что такое легкое и какие проценты для этого соответствуют? Ну, это такое, знаешь, обозначение. Лично я для себя считаю, что легкая тренировка – это 60-70%. Средняя тренировка – от 70 до 85 максимум. Это максимум. И тяжелая тренировка – это от 85 до 95%. Да. Смотри, а вот если есть легкая 60-70 и средняя 70-85, если делать 70, это будет легкая или это будет средняя? Смотри, Саш, все зависит от того, как человек будет относиться к этим тренировкам. Понимаешь, можно и с 70% сделать полноценную тяжелую тренировку. Вот. Здесь нужно отдавать отчет, в каком диапазоне человек будет работать и какую нагрузку он должен себе дать. Вот. Можно для того, чтобы было вам понятно, наглядно вывести здесь какие-нибудь цифры по поводу того, как, например, будет выглядеть 70%, 80% и 90%, да, 95%. Допустим, от 300 килограммов. 70% это будет 210 килограммов. 80% это будет уже 240 килограммов. То есть разница идет 10%, да, для людей это там, типа, ну, не особо она великая. Но на цифрах будет разница 30 кило. И, ну, именно если мы говорим про мой результат, который мы сейчас показываем. И опять же поднять 210 и 240 – две разные вещи. А если мы будем делать 95%, это получается 285 килограммов. То есть, опять же, разница 15%, да, от 280, а цифра 285 и 240. И вот про вот это мы как раз таки и говорим. В одном случае это будет тяжелая работа, а в другом будет средняя. Так, мы разобрали, как выглядит цикл. Как в нем располагаются тренировки? Средне-легкая, 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 тяжелая. У меня лично, то, что я практикую, опять же, если привязываться к каким-то дням, хотя это не самая правильная будет идея, понедельник – это средне-тяжелые жимы, пятница – это легкие жимы. Вот. Четыре недели цикл идет, ну, возьмем за определение цикл 4 недели. Да. У тебя получается 3 средних и 1 тяжелая. Почему 1 тяжелая? Почему? Потому что нужно до нее успеть восстановиться. Смотри, вот, например, я думаю, многие это замечали, когда они поработают в отказ очень сильно, да, там поворачивают железо в зале. На следующую тренировку, опять же, если мы будем опять же рассматривать жим, они приходят и не могут поднять тот вес, который был для них разминочный, легкий, который, на котором они работали на легких тренировках. Сразу же начинают трястись руки, да, сил нету, техника ломается и все тому подобное. Почему? Потому что было очень много сил потрачено на этой тяжелой тренировке. Даже если человек попахал, ушел такой, знаешь, еще с запасом небольшим, его потом поломает со всех сторон. И как раз таки первая средняя тренировка, она будет самая тяжелая, вторая средняя тренировка, она будет уже, у тебя есть силы, да, но ты еще не полностью восстановился, третья тяжелая, средняя тренировка, ты уже будешь чувствовать себя восстановленным, проходит эта неделя, делаешь легкую тренировку и выходишь на следующую тяжелую уже с полным запасом сил. Вот именно для этого нужны вот эти вот средние тренировки. Чем отличаются средние тренировки между собой? Ну, допустим, опять же, я думаю, ты выведешь сюда цифры, возьмем небольшой пример. Допустим, 70%, там 3 по 3, да, 80%
допустим, 4 по 2 ты сделал. Следующая средняя тренировка, у тебя добавляется объем. Ты делаешь 70%, 3 по 3, 75%, 2 по 3 и 80%, допустим, 3 по 3. И там у тебя идет еще третья там тренировка, да, где ты делаешь, допустим, 70, там 2 по 3, 75, 2 по 3, 80, 2 по 3, 85 на 2, допустим. Вот. Увеличивается тренировочный объем к тяжелой тренировке. 2 по 3 – это два подхода при повторении? Да. У меня сначала идут подходы, потом повторения, именно в том, что я рассказывал. Средние тренировки – это 3 по 3, 2 по 3. Как ты варьируешь эти повторения? От чего они еще зависят, эти повторения? Как ты сам определяешь, что будешь 3 по 3 жать или 2 по 3? Ну, мне так нравится. А почему не 5 по 5? Это же тоже среднее. Понимаешь, для того, чтобы качественно росла сила, нужно работать в диапазоне 2-3 повторения, как показала практика. Можно делать и 8 повторений, и 10 повторений, но это совершенно для других задач. Вот, поэтому тот цикл, который мы рассматриваем, это силовой цикл, где будет качественно расти сила. 2 по 3. Паш, ты перевязал все тренировки определенным дням недели. А что делать, если ты себя плохо чувствуешь, там, не знаю, простыл? Работать, так сказать, через силу, да, не надо. Потому что есть большой шанс получить травму. Микротравму, либо серьезную. Поэтому, если ты чувствуешь, что у тебя нету сил для того, чтобы провести тренировку, тогда лучше снизить тренировочный объем. Да. Не делать, например, там 80-85%, а поработать легко на 65-70%. Сделать легкую тренировку. От того, что вы замените среднюю тренировку на легкую, результат у вас не потеряется. Вы все равно проведете работу, и у вас будет тонус. У вас будут мышцы в тонусе. И при этом вы сэкономите сил. Так, а если мы меняем среднюю тренировку на легкую, значит цикл будет смещаться или просто дальше? Сместится на одну неделю. Просто будет дополнительная неделя восстановительная. Ну вот и все. Получается, мы добавляем просто неделю тренировок. Я скажу так. Не надо думать о том, что там вот именно только так выглядит тренировочный план. Все гениальное, оно до жути просто. Сделайте вы 3 по 3, сделайте вы с этим же ветом 2 по 3, или там добавите какой-то подход. Поверьте, от этого ничего не поменяется. Вы все равно придете в одну точку, как правило. Вот. Но опять же, самое главное не делать, блядь, 5 по 5, где должно быть там 2 по 3, либо 3 по 3. Все. То есть результат будет один и тот же, как правило. Самое главное не прыгать выше головы на конкретной тренировке. Понедельник. Сегодня сегодня тренировка. Не было плохого самочувствия, я делаю легкую тренировку. За эту неделю я восстанавливаюсь, потому что делал восстановительные процедуры. Пятница. Я чувствую себя нормально. Я могу делать сегодня среднюю тренировку, чтобы, допустим, не терять неделю? Можешь, но зачем? Два дня, три дня, ничего не решат. Ты можешь сделать еще одну легкую тренировку и потом сделать среднюю в понедельник. Я говорю, а можешь ты сделать и среднюю в пятницу, кому как удобно. И тот и результат будет один и тот же, по сути. 2-3 дня ничего не имеет никакого значения. Не нужно пытаться высчитывать, знаешь, прям доскональный вес, что вот если у тебя вышло, допустим, да, блядь, 142 килограмма, ты делаешь 142. Вышло у тебя 144, ты находишь маленькие блинчики, чтобы весить 144. Это все хуйня. Вы берете просто, если что, округляете в верхнюю либо в нижнюю сторону и смотрите. Самое главное здесь не перенабрать. Понимаешь? Лучше не добрать на тренировках. Тогда будет все хорошо. Если ты перебрал, ты хуже восстановишься, у тебя будет результат хуже. Ты не отработаешь на тяжелый в должный образ. Все. А как выглядит легкая тренировка? Легкая тренировка? Ну, я уже говорил, 65-70%, 3 по 3. 65-3 по 3, 70-3 по 3.
и весь цикл можно делать одну и ту же легкую тренировку. Ничего от этого плохого не будет. Не надо изгаляться, придумывать в одном исполнении, в другом исполнении. Это нафиг не нужно. Тебе самое главное прогнать кровь, тебе нужно держать мышцы в тонусе, и тогда те цели, которые ты перед собой поставил, у тебя будут достигнуты. Просто когда легкий тренинг, мы же потом еще подсобку делаем и добираем уже. Про подсобку, конечно, отдельно нужно говорить, но на легких тренировках, опять же, самое главное гонять кровь. Да? Да. Поэтому ты, что у тебя отстает, то ты закачиваешь. Берешь трицепс и качаешь трицепс. У меня лично в последнее время стало такое видение, что, допустим, чтобы у тебя были сильные руки, не нужно их качать 3 раза в неделю. Хватает 1 раза качественного в 2 недели. 1 тяжелой тренировки на руки и 1 легкой тренировки. Если, допустим, возьмем пример, у человека отстают плечи, да, и он хотел бы еще проработать мышцы стабилизаторов, там бицепс, да, там плечи лучевую, ну, короче, руки полноценно, то возьмем 2 недели. В 1 неделю, в понедельник, после средней тренировки, у него будет какой-нибудь жим стоя, либо жим гантелей сидя, тяжелый. В пятницу у него будет легкий бицепс, легкий трицепс. В следующий понедельник трицепс и бицепс будут тяжелые. Ты берешь нормальный гриф, да, и делаешь базовые упражнения. Подъем на бицепс, подъем молотками, разгибание на трицепс. Это тоже, получается, выпадает на среднюю тренировку. И в пятницу, вторую неделю, ты делаешь легкие плечи. И тогда идет хорошее восстановление, и ты будешь набирать. У тебя будет и мясо лучше расти, у тебя будут силы прибавляться. И третья неделя, да, которая будет перед тяжелой тренировкой идти, она будет разгрузочная, там железо ворочать не стоит. Его нужно поднимать, ну, для того, чтобы просто нагнать крови. И ты выходишь на тяжелую тренировку, хороший, восстановленный, поднимаешь ее, и можешь, опять же, от души сделать плечи. И у тебя пойдет все заново, то, что я тебе говорил. 1 тяжелая тренировка, 1 легкая раз в 2 недели. Это тот принцип, который я нашел для себя, от которого я сейчас начал расти. На тяжелой тренировке подсобку делаешь такую же обычную, как на других? Тяжелую. Делаю тяжелую, потому что потом идет... Чтобы восстанавливаться. Ну, будет... Вот эта неделя будет уже там до конца, она будет легкой, восстановительной. И начинается там первая средняя, да, которая самая нижняя по объему, которая тоже там не несет какой-то нагрузки. И ты распределяешь эту подсобку среди этих тренировок. То есть это для меня правильное решение в последнее время. Паша, а что ты делаешь в среду? Какие упражнения? Среда – это полноценный день спины. Как правило, забиваю широчайше, вообще в отказ, практически каждую тренировку, за исключением той тренировки, которая идет перед тяжелой. Средняя перед тяжелой, то есть вот именно в эту среду я не ставлю никакой большой нагрузки, я там уже отдыхаю, потому что то можно на тяжелый потом ложиться и не получится собраться никак, будет штанга вниз падать. Спина — это очень важный момент, по сути, да, это как раз таки то, что мы не делали, когда тренировались с Димой Головинским, это большое упущение, да. Я даже 3 раз не мог потянуться. Сейчас спокойно могу 15 раз сделать обратным хватом со своим весом 150 килограммов. Мы с тобой проговорили про составление тренировок, про проценты. Какие главные ошибки ты выделяешь при тренировочном процессе? Первая, самая основная, которую я видел просто очень много раз, когда люди неправильно ставят повторный максимум у себя на тренировках. Это, по большому счету, знаешь, такой максимализм, который живет в каждом, и каждый хочет сделать больше, стать сильнее и так далее. И ставит те цифры, которые даже они и не поднимали. Допустим, человек, знаешь, жал 100 килограммов,
Ну, и он захотел поставить повторный максимум, этот, те 100 килограммов. По итогу он, может быть, как-то худо-бедно их прошел. Надо дальше увеличивать, да, повторный максимум, делать новый цикл. А если он увеличит, он его не пройдет. И у него где-нибудь в середине цикла будет стопор. Вот. Этот момент я видел очень много раз. И для того, чтобы до этого не дойти, нужно всегда начинать издалека. Если вы жали 100 килограммов, нужно взять и сделать повторный максимум 85-90. Пройти цикл, спокойно прибавить 5 килограммов, пройти еще цикл, прибавить 5 килограммов и смотреть на тот распорядок сил, который есть на данный момент. Когда дошли, уже начинаете упираться, да, там будет уже совершенно другая стратегия, о которой мы потом расскажем. Вот. Но вот этот момент, это самый важный. Начинать все издалека. Потому что за этот промежуток времени будет накапливаться тренировочная вот эта база у человека, будет идти тренировочный объем, будут укрепляться связки, будет расти сила. Вот. И от этого ничего не будет хуже. В дальнейшем даже будет только лучше. Еще одна очень важная, на мой взгляд, ошибка, это когда люди неправильно делают раскладки на тренировках. Опять же, с желанием взять побольше для того, чтобы стать сильнее. И, как я уже говорил, да, в самом начале ролика, из 80 килограммов можно сделать как среднюю, так и полноценную тяжелую тренировку. Средняя тренировка, допустим, будет выглядеть там 3 подхода по 2 повторения. Да? А некоторые могут взять и сказать, это же фигня, я сейчас легко это все выполню, и выполнить 5 по 5. Заебаться в хлам и потом где-нибудь на середине цикла застопориться. Вот. Самая главная мысль, которая из этого вытекает, что объем тренировочный нужно набирать в течение всего цикла, а не в течение одной тренировки. Вот. Нужно распределять свои силы на эти 4 недели, про которые мы говорили, на 6 недель, также про которые мы говорили. Вот. А не так, чтобы, знаешь, упахаться в одну тренировку, а потом говорить, что тренировочная программа не работает, потому что меня прижало в самом начале. Это не программа не работает, а вы хотите все и сразу. Так, еще ошибки про объем. Как не переусердствовать? Ну, надо просто с трезвой головой смотреть на то, что ты пишешь. И выработать одно правило, которое я подсмотрел у Кирилла, да, то, что надо вовремя себя останавливать. Если ты пожал, например, какой-то свой личный рекорд, и у тебя есть силы, не идти выше. Хватит этого. То же самое и в подсобке. Если у тебя есть много дури, ты начинаешь себя ушатывать, нужно найти, так сказать, эту кнопку «стоп», чтобы вовремя остановиться, потому что если даже ты сделаешь тот объем, который ты не почувствуешь на тренировках, через день, через два ты начнешь ощущать последствия того, что ты грузил там ту или иную группу мышц. Паш, а что ты еще посмотрел, пока занимался под руководством президента? Тяжелая тренировка раз в 4 недели, то, что нужно дозировать объемы, которые поступают. Все. А так, увы, без Кирилла эти программы не работают. Знаешь, что самое смешное? Есть очень много людей, которым я расписывал программу. Если они думают, что они их смогут когда-то использовать, они очень глубоко ошибаются, потому что я их расписываю индивидуально под каждого. У меня есть программы, которые общие, очень много, я их расписал, потому что было в мыслях запустить приложение по жиму лежа. Ты, получается, занимаешься по своей программе? Или да. По его программе? Я выбрал все самое лучшее, убрал недостатки. И да, делаю. У меня свой план. Саш, в свое время надо вспомнить, с чего начиналось. С паблика ВКонтакте Гранит Продакшн. Это даже был не YouTube проект, а паблик ВКонтакте. И там моя точка, до которой я дошел самостоятельно, это было 255 килограммов на тренировке. На соревнованиях спустя там сколько?
месяц, я не помню, надо посмотреть, 250 было зафиксировано. Вот. И там основа цикла была такая же. Средние, легкие, тяжелые тренировки. Только тяжелые тренировки шли гораздо чаще, чем они идут сейчас. Это я помню прекрасно. На данный момент у меня та структура, про которую как бы мы только что разговаривали, выглядит там, средне-легкая, 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 тяжелая. Когда мне писал Кирилл программы, у него было что-то там среднее, тяжелое, легкое, тяжелое. Ну, вот, я не буду сейчас четко говорить, да, но вот в этом ключе все шло. Меня не совсем устраивало это. Но, опять же, когда я тренировался, я не спорил с ним, потому что две головы в тренировочном процессе быть не должно. Если он меня готовил, значит, он это делал. Он, в принципе, да, сделал для меня очень большой скачок вперед, потому что с ним мы прошли барьер психологический 270 килограммов и дошли до 290 килограммов, грубо говоря, на соревнованиях. Там и 300 должны были быть. Но там были переживания некоторые, и я перегорел по совсем по другим темам. В тренировках он шарит, но этот цикл, он выглядит по-другому. Это не то, что он писал. У него будут свои как бы приложения или что там он делает по тренировкам. Вы сможете это все ощутить, да. И, может быть, даже ты, Саша, и я в том числе, побудили его все-таки начать это делать. Это правильно. Тебя, что? То про капельницы не снималось, мне захотелось снять, да? После нас. Ну что, для тех, кто в танке, рассказывать, что это, для чего это, и с чем... И для чего, и как все это юзать. Вот глюкозка. Вот глюкозка. Если да, то это не уместится ни в сторис, ни в инстаграм. Пост даже длинный, это, наверное, отдельный ролик по ютубу. Хотя я вроде уже все это снимал, показывал. Но если вам будет интересно, то повторение, мать учения. Да. Про тренировки не говорилось не выкладывать никуда, когда мы тренировались. Мы огласили тему видео, сразу же появилось такое желание. У меня есть к вам вопрос. Может быть, разработать программу или приложение, которое будет вести ребят от и до. От любого возраста, от любого веса, от любого уровня подготовки. Будь то жим лежа, будь то троеборье или другие спортивные сферы, где я компетентен. Не, мы занимаемся благим делом. Будет больше информации полезной. А, реально полезная будет. Мы эту два не будем лукавить. Вот. Он поделится своими знаниями. Это хорошо. И мы обещали о том, что будет составлен план. Мы постарались написать от руки, комментировать его. Получилось совсем не то, что было в голове. Поэтому я скину Саше тот план, по которому я тренировался 3 подготовки подряд, крайняя из которых была 305 килограммов, которую мы зафиксировали в Ломове на правильном оборудовании. Вот. Он здесь выведет циферки, и я сейчас со своего телефона прокомментирую некоторые моменты. А вы будете смотреть на то, что Саша любезно вам написал, и если что, понимать, на что вы смотрите, и подстраивать это под себя. Поехали. Так, сначала нужно найти эту программу. Она очень секретная, поэтому ее найти не так просто. Все, нашел. Сука. Вот. Первая неделя – это шестинедельный цикл. Первая неделя – 72%
2 по 3, 82%, 4 по 2. Первое у нас идет подходы, вторая цифра – это повторение. Дальше я читать не буду эти проценты, это будет слишком нудно. Я буду отмечать внимание ваше о том, что на второй неделе увеличивается объем. То, про что мы говорили. 5 по 3 мы делаем. Третья неделя тоже добавляются проценты, и мы выходим на 85%. Все здесь есть, вы можете посмотреть. Дальше у нас также увеличивается тренировочный объем. Пятая неделя – это то, что мне очень сильно понравилось. В эту тренировку мы не будем делать никакой подсобки. Максимум на блоке поработать с очень легким весом. Она выглядит следующим образом. 15 рабочих подходов по 2 повторения. 75, 77, 82%. Сил забирает немерено. Но из-за того, что мы работаем по 2 повторения, восстановиться до тяжелой, которая будет на следующей неделе, вот времени хватит просто с лихвой. И крайняя тренировка – это у нас тяжелая. На тяжелой тренировке самое главное пожать тот вес, не максимальный, который будет говорить о том, что ты можешь пожать свои 100%, а то и больше. Это 90 на 2, 95 под паузу на один раз. То есть на этой тяжелой тренировке, по сути, у нас два рабочих подхода. Все. На 2 и на один раз. Вот так вот. Саша, напишешь здесь программку? Все. Тогда вы все увидите. Ссылка будет еще. Ну, ссылку. Да, и потом этот цикл повторяется. Если вы натурал, вы прибавляете 5 килограммов, проходите его снова, прошли, у вас очень много осталось запаса, прибавляете еще 5 килограммов и постоянно нарабатываете базу, объем. Если вы химик, то сделав тяжелую тренировку, эта неделя будет считаться как бы за вот полноценную неделю. То есть тяжелую мы сделали, да, до следующей легкой это будет неделя, средняя легкая, тяжелая. И если вы химик, вы прибавляете 10 килограммов, а может и 5, если вы слабый химик, и химия у вас фуфло, и проходит. Задавайте вопросы, если они у вас есть, прочитаем, ответим. До новых встреч!